Давай, пусти. Нормально. Вообще уже нормально. Сейчас нормально, там он лежит. Постараемся сейчас все в темпе сделать. Все четко. Будем, получается, одним дублем, но через паузу я буду делать. Так, сначала я делаю, короче, движения такие, да? Просто хожу вокруг. Это вокруг, прям все быстро ты должен делать. Не надо залипать долго. Нет, да, ты прошел раз-два. Раз-два. Нет, смотри, быстро не по деланию быстро, а быстро по количеству элементов. То есть ты делаешь не больше 10. Да, прошел, давай еще раз покажи, пожалуйста. Сейчас, подержи. Алло. Алло. Что, офигел? Да, давай, покажи, как ты будешь здесь. Привет. Допустим, там элементарно, вот такие движения. Да, прошел. Да. Да, молодец. Да, прокрутился. Можно, например, раз, ножку поставил. Оп. Вот присядочку, да, да. Тихо, аж сам улетел. Куда-то, блядь. Тихо. Как это? Соберешься? Скажешь так? Да. Я попробую через я паузу запустить. Так, сейчас, секунду. Как там, Петр? Стоп, сервис, остановись. Я если вижу себе на тебя на этот. От белой стены сюда отойди. Как он? Фокус. Стой, просто стой. Да, я смотрю. Что смотришь? Крепление. Ну, отсюда кажется, что как будто делается, крепится. Кто? А, это? Телефон? Слишком ты засветленный. Да, издалека нас сразу близко пока ориентирует, да, просто везде сколько-то света было. Вот не лицо, а белая маска была. Так, смотри, знаешь как? Начнем. Раз. Да. В какой-то момент я буду просто. Бля, здесь пауза, не знаю, сыграет момент. Сейчас, смотри, сейчас покажу прикол. Вот стой. Сейчас, секунду, автофокус.
раз фокус. Эффект. И по идее, вот как бы отсюда классно отошел. Или тебе так подошел, поймал фокус. Ну, потому что ты уставший. Ты взбодрись. Реально тебя так это взбодрись. Потому что со смены. Да, прям взбодри, все четенько. Тихо-тихо. Зубы что ли? Тихо-тихо-тихо-тихо. Я сегодня ночью, ну я стопну. Я купил печеньки. Вот, съел одну, укусил зубом. На чем эту сторону? Забываешь? Я думал. Это я заодно проверил как раз, на чем реагирует. Проверил. Что за печеньки? Сейчас секунду. Рассказывай, что за печеньки. Подаются эти, они как и не крекеры. Они идут. Есть, короче, смородиновые, есть малиновые, вот в пятерке продаются такие. Они, короче, как сдобные, там начинка. Они с начинкой, короче, это они прям вот так в ряд выложены. А, курабье? Не курабье. Вот наподобие в упаковке они идут два вида. Смородиновые. Внутри желе там такое. Внутри желе, внизу такая тестовая вот эта вот. Вот как она идет, вот дно, вот это самое из теста сладкое. Желе вот эта начинка какая-то, и сверху там как вот из тюбика как выжимают. Вот эти вот печеньки. Вот один раз укусил. Я думал, я буду скоро. Ну это сладкое. А зачем ты нашел, что вообще зачем делать? Захотел? Зато теперь я понимаю, что теперь мне за этим зубом вообще жевать, походу, нельзя и походу. Лечить. Как бы, да его, блин, как бы вырывать. Не, а вырывать, зачем лечить? Просто ты все вырубить успеешь. Его лечить надо. Так, сейчас, секунду. Это были ощущения, конечно, это было вообще. Я по офису, я там был, короче, ходил. Наслужили все было? Да, я прям. Так, еби, так, разотри, уши разотри. Готов? Бодренький, все? Нормалек? Да готов, нормально. Ну, уши разотри, ну как получше, вот реально. Так, и делаешь просто что получается. Я буду через паузу. То есть смотри. По 10 движений каждого я беру центряк, снимаю. Например, ты для закрыва спускаешь, я снял 3 действия, ты потихоньку завершаешь. Я когда нажму паузу, ты говоришь там, какой следующий. Сейчас быстро все делаю, и все. Опять длину. Ну, можешь, блин, ты можешь, в принципе, в процессе мне говорить. Может, все равно что мускул будет накладываться. Мы же все равно щенки будем убирать. Сейчас, секунду. Все. Поэтому спокойно прям меня корректируй и все. Я буду делать, как ты меня корректируешь, потому что ты ракурс смотришь. Тихо. Кадр. Сколько кадров? Секунду, тихо. Где нам кадры найти? Секунду, сколько? Да ладно, хрен с ним. Так. Сейчас смотри, я прям сразу от тебя отложу. Подвожу его вот сюда. То есть, когда я тебя пойду, ты идешь к... Когда ты ко мне уже пойдешь? Вот я, смотри, вот я здесь нахожусь. Да, сейчас я сделаю. Так, получается. Раз. Вот я когда пойду вот так отходить, ты идешь и начинаешь как бы действие. Что сторону? Да, от тебя. Оп, от вот тебя так. Я, получается, да, я да, вот так я это сделаю. Бум! И пошел. Сейчас это начнется.
с лицом разворачивайся к покрышке. Возьми двумя руками, и как бы как будто махаешь, бьешь по ней просто руками. Или как бы ты молот взял пустыми руками. Просто по ней? Да, пустой рукой прям. Раз. Теперь дальше отойди, как будто молотом ты делаешь. Вот так, давай. И раз. Стоп, я паузу нажал. Бери молот. Сейчас, секунду. С размаха. Вот отсюда, из-за этой стороны, чтобы его я не был. Ну, было видно, вот из-за. Да, по левой стороне. По левой. Сейчас, стороне. Секунду. Все правильно. А, нет, поставить. По правой, да, прости, чтобы молот был спрятан, да. Поехали. Получится посмотреть, что получилось на данный момент. Хорошо, сейчас кувалды ты сделал. Где плей? Только она сдвинулась по крышке чуть-чуть. Мне сейчас хотелось бы, чтобы ты кувалду взял, после того, как ударишь по ней, поднял на одну руку, на вторую, вокруг собой прокрутил восьмерочку, сделал, бить уже не обязательно. То есть как бы сейчас ты по ней бьешь обратно. Сейчас, секунду. Все? Так, сейчас мне надо будет опять. Бум! Вот отсюда у нас пошел кадр. Получается. Давай, прозевайся. Давай, поднимай. Удар, я начинаю. Да. На одной руке сможешь подержать, помнишь как? Возьми за самый нижний край кувалды двумя руками. Сможешь за самый нижний край кувалды взять. И поднять? Да. Перед собой. Вверх, прям просто на вытянутых руках. Попробуй не за самый нижний край, за центр попробуй. Я там рывочком раз поднял. Держи. Держи. Перед собой руки 90 градусов сделай, пожалуйста. И теперь пальчиками перебирай до туда, до молота, до верха. Просто раз, 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 раз. Молодец. Пауза. Возьми ее вот так, как на турнике, как турник перекладину. Возьми двумя руками, как перекладину. Вот стоишь, стоишь, стоишь. Вперед туда иди, к турнику, турнику иди. Вот сейчас. Стоп, кувалду ложи. Молодец. Запрыгивай. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Горизонт поймал, выровнял. Сейчас, секунду. На меня посмотри, пожалуйста. Вот так вот, вот ты ставишь спиной тоже, просто в сторону взгляд. Давай, секунду, 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 секунду. Сейчас. Вот, все.
пару раз. Раз, два. Подпрыгни, хватит, поменяй. Прыжочки сделай и поменяй карту. Оп, молодец. Давай. Раз, молодец. Молодец. Еще разочек. Молодец. Давай, 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 спокойненько на стол. Тихо, вот так. Вот нормально. Нормально. Блядь, стоп. Пауза. Дай спать. Не-не, я просто приземлюсь, чтобы люди забыли. А, так, там сделал. Давай, смотри. Давай. Флажок. Ну, в упор, какой сможешь сделать. Илюш, тебе не звонится? Я вчера с него дозвонился. Да. Денис не разговаривал. Он мне сказал, ему он на слово ничего не дал. Он говорит, я все помню, я все исправлю, я все сделаю. Я говорю, Лёх, я говорю, что у него так не блин, я очень занят, я все помню, все, я знаю, все, я с Сергеем разговаривал, все, я все сделаю, все это. Все сделаю, все принесу, говорю, средств приду, принесу по 10-15 лобных скотчей. А, сразу. Ну вот и Денис говорит, как будто же кто-то на яйца встал и на горло одновременно. Он после разговора с ним сразу мне звонит, Серег говорит, ты ничего там? Нет, я говорю, нет. Я просто, ну, да, вот с тобой взял от меня. Ну, молодец же, исправился. Так, ее подтяни. Я не трубку взял, он не позвонил. Подушку тяни. Оп, вот. Так, флажок могил, помнишь? Сейчас опять так же. Ты подходишь, спинкой держишься. Опять ракурс прямо изблизью. Так, секунду. Секунду. Раз, два, три. Взгляд в камеру. Секунду. Поехали. Ножки сами в колени. Да, держи, молодец. Держи, 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 держи. За стол. Шел. Есть пауза. Боковой сможешь взять? Ох, наверное. Вот здесь, блин, вполне. Опусти их сейчас все. Две. Опусти их две, пожалуйста, вниз. Вот я и говорю даже, сейчас ты на ней упереться сможешь. Еще и вниз. Раз, два. Нихера себе. Да? Погоди, ты там ничего не забыл, не запрет никакой. Погоди, отойди, пожалуйста. Ладно, хорошо. Тогда вот здесь. Я хотел, чтобы упор ты сделал в руке. Вот здесь, для вот этой руки. Так. Ногами ты куда будешь? Там прям чуть-чуть надо. А я не помню, куда они у меня пойдут. Наверное, вот так. Так. Наверное, что да. Опять лицо. Вообще, можно было очень много брать с лица. Значит, неожиданно. Вот лицо круг план. Потом бах, отходит. И какое-то новое действие, потом еще новое действие. Сейчас давай попробуем. Все на паузе, но уже 4 минуты снимаем. Так. Сначала секундочку на меня посмотри, потом запрыгнешь. Секунду. Конечно, было бы классно. А, вот она. Давай на следующий на для резать придется все. Че, ладно, теперь знаешь, стоп. Просто смотрим, что получилось. Держи. В любом случае резать придется. Держи, я хотел один кадр, пока присаживайся.
включай. Мы смотрим, что там вышло. Видно, когда ты пытаешься вспомнить упражнение, ну или кто-то делал, знаешь, как повторяется, вот видно. Здесь настолько все, опять сравнение, боже, как помнишь, гимнастика на Волге, то есть там прям последовательность действий. Здесь, конечно, ну да, я тут вспомнил, что я сейчас упустил. Все покрышки. Горка впадина. Да, да. Возьми двумя руками, как будто махаешь, бьешь по ней просто руками. Берешь, как будто ты молот взял пустыми руками. Да, да, пустой рукой прям. Раз. Теперь дальше отойди, как будто молотом ты делаешь. Вот так, давай. И раз. Поехали. То есть, по идее, должно быть, ты пустой сделал, после этого бук молот у тебя, да, вот как в это, задумка. Как задумка, как у Тарковского, а воплощение, как у Бондарчука, блядь. Бум. Во, видишь, вот эффект, да, как бы этот, дрожание стен там. Сейчас следующий пойдет турник, по идее. Вот спецэффект. Так, и следующий пойдет турник. То есть, как я думаю, да, ты подошел вот так, взял как турник, ну, сейчас сначала где-то там. А, ты сможешь подышать, да? Помнишь как? Двигаться туда. Возьми за самый нижний край кувалды двумя руками. Покрышку сверху заложить. Можно самый нижний край кувалды взять. Да, перед собой. Вверх, прям просто на вытянутых руках. Попробуй не за самый нижний край, за центр попробуй. Вот прям рывочком раз поднял. Держи. Держи. Перед собой руки 90 градусов сделай, пожалуйста. Теперь пальчиками перебирать до туда, до молота, до верха. Просто раз, 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 раз. Молодец. Пауза. Типа возьми ее вот так. Вот так, как турник перекладывай. Возьми двумя руками, двумя руками. Как перекладывай. Вот, стоишь, стоишь, стоишь. Вперед туда иди, к турнику. К турнику иди. И сейчас. Оп, раз фокус, фокус и понеслась. Прям пару раз, раз, два, подпрыгни, хватик поменяй, прыжочек сделай и поменяй хватик. Оп, молодец, давай, раз, молодец, молодец, еще разочек, молодец, давай, давай, так спокойненько, да, на столбик, тихо, руки как, руки нормально. Вставки, вставки такие, блин, полный блендер. Держи, контроль, здесь хорошо прям было, да. Да, держи, молодец. Я хотел зайти за стол, держи, держи, чтобы... Держи, 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 держи. И следующий поворот об столба, ты уже был бы в этом, да, да, вот так ты бы уже был бы. Ну, этот, вот так. Чё, одеваемся, что ли? Остальное все. Вот. Ну, как бы факир был пьяный, фокус не удался, как всегда, да, это получается. Но при всем при этом, молодец, хорошо.
Осталось нам опять в очередной раз делом за малым разобраться в функционале программы, разобраться в наборе действий, которые мы делаем. И, соответственно, композиция. Я почему эту песню, как бы там она мелодично приятна для слуха, то есть не такого, не отторгающая. Потом там вот это вот действие. А, сервис, скажи, пожалуйста, еще раз, как там надо комментарий найти? Зайти в творческую студию. Личные данные, что-то личные. Сейчас, сейчас, секунду. Вот я нашел только комментарии, а вот на каком видео, там все показано, но открыть видео я не могу. Угу. Ну хотя бы название даже есть. Угу. Сейчас. Там же личные данные YouTube. Получается управление, да? Тебе надо зайти в сам профиль свой. Зашел. Я не нашел, блядь. Это, наверное, это надо все-таки, наверное, с этого делать. Компьютера. Ну это ладно. Сейчас. Очень, блядь, странно. Вот куда оно могло деться? Может, его удалили из Ютуба? Да не, у него, я даже не могу найти у него другие видео, просто получается. Просто пиздец. Не могу посмотреть видео, которые, например, понравились. Типа, которые нам вот не понравились. Раньше была такая штука, отмеченная галочкой. Как, типа понравившиеся. Сейчас она есть. Как бы нет, блядь. А как смотреть за все это время, которое понравилось, как найти, блядь? Это вахва фитнес вообще. Из понравившихся. Вот,
чем. Я не какая-то претензия там к тебе, не дай бог, или там к Петрухе. Это я просто в ахуе над собой, что, блядь. Просто такие действия простые я умудряюсь профукать. Дичь какая. Вот я от чего офигеваю. А это было в тренировке, да, у нас? Ты до много долистал в тренировке? Вот да, куда я мог выкладывать? Намного? Я долистал там еще. Ну, много пролистал ты, да? Там, да, я до Кузьменко даже дошел. Угу. А это она была там 100% раньше. Неизвестно, что там у нас. Сейчас. Видео, да, ты смотрел вкладки? Может, ссылки, блядь? Ссылки я тоже ничего не нашел. Там Захар искал, да. Ну да, конечно, вообще карандес, блядь. Так, Серый, завтра дороги поешь аккуратнее, ладно? Потому что так я ни в коем случае не сомневаюсь в умении всех. А, Серый, достань, пожалуйста, в верхнем ящике эти два замка, которые ты вчера принес. Ты куда? На ключи. Включай. На ключи. Ты что, блядь, Серый, подгоняешь, что ли? Пиздец. Сказал бы, Серег, брось ключи, пожалуйста. Пока положи на диван. Вот два замка достань, сейчас на этот накинем сразу.